Пьеха высказался о наказании для обидчицы сына. Стас Пьеха в интервью РИА Новости заявил, что хочет для женщины, которая избила его 7-летнего сына и бывшую тещу, адекватного наказания. «У меня нет конкретных пожеланий в этом случае. Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила, согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», – сказал Пьеха. Ранее стало известно, что 7-летнего Петю избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.